Бронепоезд переехал. На 411-й береговой батарее продолжается реконструкция. Сегодня в рамках подготовки к празднованию 9 мая и 40-летия комплекса сменил свое место расположения бронепоезд. За рывком 80-тонного экспоната наблюдала наша съемочная группа. Знаменитый бронепоезд 411-й батареи меняет место расположения. Теперь будет красоваться возле танка Т-34 и самоходной установки САУ-100. Руководство мемориала уверено, так экспонат лучше впишется в общую композицию. 411-я батарея – это единый комплекс техники, бронетехники, артиллерийских орудий, морских орудий, подводная лодка, тральщик. И в целях того, чтобы создать единую композицию и расставить экспонаты компактно, мы переставляем сейчас бронепоезд к бронетехнике. После того, как военный поезд займет новое место, рядом с ним установят табличку с описанием его истории. Этот паровоз был построен в 1905 году на Самаровском заводе. Первая его работа это была на китайской восточной дороге. Потом среднеазиатская дорога, а потом работал он на территории украинской железной дороги. Ну и с 1973 году был поставлен уже на музей. Массивный экспонат состоит из паровоза, отрезка железнодорожных путей и трех вагонов. Все вместе весит порядка 80 тонн. Чтобы переместить конструкцию, от паровоза пришлось отрезать отсек для угля весом 15 тонн. Самая тяжелая часть поезда – это паровоз. Его вес – 57 тонн. Чтобы сдвинуть его с мертвой точки, понадобится два крана. После подготовительных работ и закрепления металлических тросов вокруг тяжеловеса паровоз поднимают и водружают на платформу. Все остальные экспонаты обещают оставить на прежних местах. Кроме прочих новшеств, в планах руководства мемориала – уложить дополнительную плитку, установить лавочки и рекламный баннер с историей комплекса. Наталья Костенко, Кристина Кондратьева, 7 канал.